Давид однажды сказал: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим и блаженство в деснице Твоей вовек». Полнота жизни – это то, к чему стремится каждый человек. Бог так сотворил человека, что он хочет жизни, он хочет полноту радости, он хочет ясности своего пути, и это нормально. Нормально, когда у человека есть подобные желания. Но с чем встречается человек, когда он рождается на эту землю? Он встречается с родовыми последствиями, которые не могут не проявиться, потому что каждый человек уже рождается на эту землю рабом греха, и необходимо в этом процессе жизни освободиться от последствий. От последствий Адамова наследства и от последствий, приобретенных уже за предыдущие годы поколений, которые вошли в жизнь человека как определенная печать проклятия. Проклятие, как мы говорили в прошлый раз, это крушение, разрушение жизни человека на всех его уровнях, во всех сферах, как духа, так и души, так и тела. Чтобы человек вышел из этой проблемы, для этого, безусловно, необходимо ведение. Полнота этого ведения, она только есть в Божьем присутствии. От недостатка ведения гибнет народ. Господь это предупреждение говорил за много столетий и даже тысячелетий до нашего с вами рождения на эту землю. И поэтому, когда люди не внимают подобным Божьим предложениям, то оказывается человек под давлением этого состояния неведения или невежества и подходит к гибели, а потом обвиняют Бога, почему произошло то или другое. Поэтому для того, чтобы нам не оказываться в этом числе, для того, чтобы нам ясно знать, куда мы движемся, зачем мы идем и как нам надо это поприще совершить, поэтому мы с вами и на этом месте хотим вскрыть ряд духовных принципов и законов. Не буду перечислять всего того, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, а оттолкнемся от последней точки отсчета, когда мы говорили, что елей – это есть средство для того, чтобы нам избежать последствий нечистоты, которая может приходить в жизни человека, и посмотрели некоторые факторы, как елей работал в жизни Давида, как елей работал в одни священников, потому что елеем можно было и нужно было помазывать священников на служение. Мы с вами и цари, и священники одновременно, поэтому нам нужно двойное помазание. Помазание Духа Святого, помазание елея, как Дух Святой, как образ елея. Но сейчас мы с вами уже переходим к причастию. Причастие – это еще одна сторона, еще одна возможность. И обратите внимание, у каждой возможности есть еще и отрицательная сторона. Например, если человек принимает, вот это же даже елей помазания, как это было во время священников Ветхого Завета, почему Господь предупреждал, вы не можете применять это помазание не на священников? Потому что оно будет работать на разрушение. И в связи с этим нам надо всегда быть осторожными к тому, что Бог предлагает, к чему нам прикасаться и в каком состоянии. Потому что тогда, когда люди прикасались к тому, что принадлежало народу Божьему, например, сыны священника Скевы, вот, казалось бы, они по родословной были из священнической среды. Но когда они увидели, как апостолы изгоняют нечистых духов, они решили сделать то же самое. То есть попробовать, а не получится ли и у нас это же. И когда они стали подобные вещи производить, получилось так, что нечистый дух выгнал их из собственного дома, более того, раздетыми. Они были в шоке, они были в недоумении, что произошло. Оказывается, произошло то, что и должно было произойти. Потому что человек, который начинает прикасаться к нечистому миру, не имея отношения с Богом, он себя ставит под серьезный удар. Поэтому необходимо сначала наладить эти отношения. Почему я всегда на этом делаю акцент? Независимо от того, на служениях, на программах, на любых встречах. Если у тебя нет личных отношений, это надо то, с чего надо начать. Если этого не будет, то дальше смысла нет говорить. Поэтому если сейчас какая-то информация для вас, она будет свежей, новой, непонятной, но от начала вы поймете, что у вас еще нет вот этой первой точки соприкосновения со Христом, то в конце нашего общения мы и эту молитву произнесем, чтобы ваши отношения были выстроены, чтобы они стали полноценными. Потому что только придя под защиту, вы можете говорить дьяволу: уйди с моей дороги. А пока вы еще под защиту не встали, вы можете его гнать, а он будет вас разрушать дальше. И будете говорить, что не работает Божье Слово. А оно как работало, так и работает, только оно предупреждает, и условия остаются неизменными. Войди под защиту царя царей, потому что входит праведник в имя Божье, как в крепкую башню.
и становится безопасным. Вот эта башня — это то, что нам предлагает Господь, куда войти. Если человек не вошел в башню, а хочет сражаться с нечистым духом, а он имеет огромные возможности, если не учитывать возможности Христа. Человек сам с ним побороться не может. Поэтому, исходя из этого, если мы будем рассматривать только человеческую плоть, то мы попадаем в серьезнейшую зависимость. Исходя из вышесказанного, хочу сейчас также подойти к причастию. Это уникальная возможность, данная человеку, освобождаться. Освобождаться от различных болезней, освобождаться от нанесенных каких-то ран, которые в вашей жизни могли иметь место в предыдущие годы жизни. Освобождаться от всего того, что является грехом, причастие как возможность. Но когда человек к возможности подходит опять неправильно, то это может для него быть проблемой. И сейчас мы с вами рассмотрим несколько мест, два места. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 16 стих. Первое из мест, которые мы сейчас посмотрим. «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?» Каждый из вас знает, что причастие имеет место в каждой церкви. И когда человек прикасается вот к этим, где это просфира, где это хлеб, где это вино, где сок, в какой церкви как это применяют, сейчас не об этом речь, не о самом процессе, а о том, что это несет в жизнь человека. Когда человек прикасается вот к этой трапезе Господней, когда Христос это предложил людям, то что он имел в виду? Он сказал: «Всякий, кто будет прикасаться к моему телу, всякий, кто будет пить от моего вина, от моей крови, тот будет иметь внутри себя жизнь». То есть это как раз о чем мы начали, с чего начали наш разговор, что «Ты укажешь мне путь жизни». Вот это путь жизни. Каждый раз, когда вы прикасаетесь к телу Христову, вот когда мы проводим преломление, у нас это проходит раз в месяц, то не делайте это просто так, а делайте осознанно: «Господь, я сейчас принимаю Твою жизнь внутрь себя. Я принимаю сейчас силу для того, чтобы не побеждать. Я принимаю сейчас активизацию власти, которая внутри меня». Это возможность, данная с причастием жизни человека. Но в чем же здесь есть опасность? Опасность тоже существует, когда человек действует просто за компанию. Все делают, и я сейчас сделаю. Наверное, не повредит. Не понимая, что Павел предупреждает об этих вещах, тоже достаточно серьезно. Это уже 11 глава, 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает». Посмотрите, когда трапеза Господня предназначена для исцеления, а люди остаются не только немощны, а добавляется немощь. Как же так? Что делать для того, чтобы это не происходило в нашей жизни? Здесь тоже необходимо определенное знание. То есть здесь Павел предупреждает: кто ест и пьет недостойно. Что такое недостойно? Каждый раз, когда мы идем в присутствие Божье, нам необходимо проверять свое сердце. С каким мотивом я сейчас это делаю? Для чего я хочу сейчас участвовать в этой трапезе Господней? Каковы мои сейчас мысли внутри меня? О чем я в этот момент рассуждаю? Может быть, человек, который оказался среди христиан сейчас и, допустим, связан алкоголем, и вот дают ему возможность поучаствовать в преломлении и выпить какой-то глоток вина. У него могут быть свои мотивы. И если человек с такими мотивами прикасается, он усугубляет свою проблему. И более того, разрушение входит в его жизнь еще больше. Поэтому необходимо каждый раз, когда мы прикасаемся к святыне Божьей, подходить к этому вопросу очень ответственно. Что значит рассуждать о теле Господнем? Два направления этого рассуждения. Когда мы говорим о теле Христовом, которое было на Голгофском кресте, то есть таким образом мы говорим: мы знаем цену, которую за нас положил Иисус. Мы не просто ее знаем, а мы приняли результаты этой жертвы. Мы приняли в свое сердце Его победу. Мы верим, что только Иисус Христос является единственным путем к Богу. И потому полнота жизни, которая мне нужна, да приходит ко мне прямо сейчас. Вот это
прикосновение к телу Господнему, к этой трапезе является достойным. То есть, когда вы рассуждаете, многие и здесь имеют некоторый неправильный взгляд и говорят, вот когда я буду безгрешен, вот тогда я приду и прикоснусь, и таким образом я буду достойно участвовать. Нет, надо прийти с осознанием неправоты. Не с тем, что у тебя никогда не было никаких ошибок, не с тем, что ты никогда не спотыкался, а с осознанием того, что ты делал неверно. И вот тогда, когда это осознание в тебе есть, и ты прикасаешься и говоришь: «Господь, я сознаю, что я делал это неверно, а сейчас мне нужна сила Твоя, чтобы побеждать грех, мне нужна власть Твоя, чтобы повелевать ему уйти с дороги, и я поэтому прикасаюсь к Твоему телу и к Твоей крови для принятия этой силы». Вот тогда оно работает действительно на созидание человека. И вторая сторона, когда мы рассуждаем о теле Господнем, это не только Христос на Голгофе, а это церковь сегодня. Это очень тоже важный аспект, который редко освещается в церквях, практически не слышала даже, только, в общем-то, в нашей церкви я об этом слышала, как говорят. То есть участие в трапезе Господней, когда ты рассуждаешь о теле Христовом, кто ты в этом теле, какая функциональная нагрузка на тебе, кто является сосед рядом с тобой, что он тоже часть этого тела, благословляешь ли ты его, или в сердце твоем есть обида на кого-то из твоих родных, в сердце твоем есть какая-то ненависть или недоумение. Если с таким состоянием подходишь и не оставляешь это в покаянии, то ты придешь под проблему. Это очень важно знать личную ответственность. Возможность Богом дана. Вы знаете, как уникальные вообще явления в природе, которые даны Богом как возможность. Это огонь, если мы сейчас рассматриваем уже атом. То есть, если его использовать правильно, то оно несет созидание, и причем в глобальных масштабах. Если неверно, оно несет серьезные разрушения. Поэтому все, что исходит от Бога, оно имеет вот эту полярность. Если ты будешь это использовать для созидания, оно будет давать тебе колоссальный эффект и колоссальный результат. Если же ты будешь использовать это неверно, оно тебя также мощно разрушит. Поэтому вот эти вещи для себя нужно четко знать. Когда я прикасаюсь к Божьему столу, к Божьей трапезе, для чего я это делаю и что мне это дает. Итак, еще следующий фактор, который может влиять на разрушение жизни человека, это физические объекты. Физические объекты – это то, что мы делаем для себя определенных кумиров, идолов. Книга «Исход», она говорит о том, что не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. У многих встает вопрос в отношении икон, и, как вы тоже знаете, неоднократно его задают и в эфире, потому что это действительно изображение. Как к этим вещам относиться? Если говорить о предмете поклонения, то отрицательно. Никогда Господь не был и не будет изображением где-то на холсте, либо на дереве. Но если это как предмет подхода человека к Богу, как определенная подпорка, как определенный этап, то это может иметь место, например, вообще, как иконы появились, откуда они взялись. Раньше, когда миссионерами были апостолы, и они шли в разные страны, им надо было донести важные вещи до людей, но не все языки они знали и не на всех языках, естественно, говорили. Поэтому, приходя в другие страны, они доносили это путем рисунков, путем изображения. И вот таким образом иконы стали сопровождать христианство как определенный рассказ того, к чему призывают людей. За счет рисунков помогали обнаружить или понять истину людям. Поэтому до сих пор это имеет место, но уже, как вы понимаете, первоначальное значение, оно исчезло. Сейчас уже практически людей нет, которые бы не умели читать, ну, в основном, в большинстве своем. И более того, сейчас есть возможность на родном языке узнать то, что тебя волнует. Поэтому иконы теперь уже имеют несколько другой смысл. И если человек начинает поклоняться иконе как Богу, это то, что Господь никогда не приветствовал. Бог остается Духом, Он остается единым Богом, и потому Он говорит: «Я это не могу благословить». А наоборот, всякий, кто это делает, посмотрите, не делай себе кумира, это одна из заповедей, первые заповеди: не сотвори себе кумира и не делай себе изображения.
Поэтому то, что Господь сказал однажды, Он это не менял. И если мы даже с вами посмотрим послание к римлянам. Первая глава. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Что это такое? «Ибо невидимая его вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Вот это Бог даже называет безумием. «Славу нетленного Бога изменили в образ». Понимаете, до какой степени Бог строго к этим вещам подходит, если человек это для себя берет как предмет поклонения. Я не случайно делаю на этом акцент. Поклонением это не должно быть, как определенный ориентир, как определенное состояние благоговения, к чему человек может прийти, или сосредоточение, чтобы освободиться от суеты. Это одно дело. Но если предмет поклонения, это совершенно не то, что Бог предлагает человеку. В отношении вещей или физических объектов говорит псалмопевец Давид: «Не положу вещи непотребные, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Это что касается амулетов, мы еще коснемся их, потому что когда человек имеет в доме своем различные предметы и не знает их назначения, не знает, для чего они в твоем доме, и более того, если они откуда-то привезены, и ты тоже не знаешь их источник заражения, то можешь нести в свой дом то, чего тебя разоряет, и ты понять не можешь, в чем дело. Я как-то уже делилась одним примером, когда ехала в поезде с одним мужчиной, который рассказывал о проблеме у его друга, что дочь у этого друга резко заболела. И заболела настолько серьезно, что врачи не могут найти причину, а ребенок не может поправиться. Ночами она видит кошмары, а днем она уже в состоянии депрессии, будучи девочкой где-то около 12 лет. И когда он говорил, я в это время сказала: «Господь, укажи мне причину. Я не знаю этого ребенка, я не знаю этого мужчину. Первый раз я его вижу сейчас. Но то, что он сейчас говорит, он ждет совета. Как я могу дать этот совет, если ты мне его не откроешь? Причина, в чем здесь причина?» И в этот момент мне просто Господь сказал одно слово: «Маска». И я спросила: «Есть ли около этой кровати этого ребенка маска?» «Да», говорит, «привез, он был в Африке, привез маску и повесил над кроватью ребенка, и с этого момента начались проблемы». То есть надо быть всегда очень внимательным к тому, что в нашем доме, тем более вокруг кроватей, особенно детских. Это все имеет серьезное значение. И что смотрят наши дети, что они читают, в каком они окружении находятся, в какой атмосфере они отдыхают. Всегда будьте внимательны к тому, что в вашем жилище. Потому что вы, как хозяин жилища, имеете за это и ответственность, и право. Поэтому используйте и то, и другое. И будьте очень осторожны. Но так как мы к амулетам еще вернемся, поэтому я не буду на этом долго останавливаться. Признаки благословения. Мы сейчас их перечислим. Для того, чтобы, в общем-то, иметь знание о том, как Бог хочет вас благословить. Это возвышение. Возвышение на всех уровнях. Это и карьерный рост. Это возвышение на уровне способностей человека. Возвышение в обществе. Возвышение в семье. Когда есть почтение друг к другу. То есть возвышение как личности. Это сейчас не идет речь о гордости, а идет речь о правильной позиции. Что возвышенный человек – это тот, который имеет от Бога благоволение. Возвышение здоровья. Оно тоже входит в благословение. Здоровье – это состояние храма, в котором находится вот этот нетленный дух от живого Бога в нас. Поэтому если есть в храме какие-то проблемы, то есть в нашем здоровье, безусловно, это отягощает жизнь человека. Поэтому Господь, когда говорит о целостности благословения, Он имеет в виду, что ты будешь здоров. Здоровье как часть благословения тебе и мне принадлежат. Плодоносность. Плодоносность – это очень хорошее есть место, когда человек может быть благословен во всех сферах жизни. Это Бытие, 49 глава, когда Иосиф был благословен своим отцом Иаковом. 22 стих. Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Обратите внимание, плодовитость – это не просто плод в жизни, а это еще способность преодолеть разные
проблемы, обстоятельства. Ветви простираются над стеною. То есть, сколько бы тебе ни было проблем в жизни, ты все равно их не просто преодолеешь, а ты сможешь через это извлечь урок и принести много плода. Как-то один человек сказал такое выражение, что если... Раньше я думал, что это невозможно, то я теперь обнаружил открытие века, что человек может своим отношением изменять обстоятельства. Мы думаем, что нам надо обязательно какие-то влияния извне на обстоятельства, а оказывается, изнутри, отношением мы можем изменить обстоятельства. И если мы для себя определяем, что значит отношением, во-первых, твердостью решения. Если ты что-то решил, не отступай, если это решение у тебя созрело на правильной основе. Если это просто упрямство, то, безусловно, надо эти решения пересматривать, потому что решение должно иметь правильный сначала информационный фон, на котором ты это решение принимаешь. Если информации недостаточно, а ты принял решение, то обязательно ты зайдешь не туда. Поэтому то, что предлагает нам сегодня Господь, это обнаружить основа твоего решения, в чем она. И когда ты принял это решение, уже стой твердо. И тогда обстоятельства начнут меняться. Очень важное знание, что факт – это не истина. Для тех, кто впервые эту фразу слышит, обдумайте ее. Факт – это не истина. Потому что мы очень часто ставим знак равенства. Если что-то происходит в моей жизни, я говорю, ну это же истина, это же факт произошел, факт это факт, а истина это истина. В чем разница? Вот истина-то формирует наше отношение. Например, факт в том, что в вашей жизни постоянно идут какие-то катаклизмы. Что разрушение идет в вас и в ваших детях, в здоровье, в наследственных каких-то болезнях, семьи разрушаются и у вас, и у ваших родителей, и у ваших детей. Есть вот эти признаки проклятия. И человек смотрит на все это и говорит, ну это факт, это истина. Да, это факт, но это не истина. Истина в том, что Бог вас такими не творил. Истина в том, что есть выход из этой ситуации. И вот эту истину-то и надо узнать. И когда человек эту истину для себя определяет, вот тогда он уже факт меняет. Вот это и есть изменить отношением обстоятельства. И то, для чего, я так понимаю, вы сюда пришли, это также для того, чтобы изменить обстоятельства в собственной жизни. Изменить обстоятельства в жизни ваших детей. Для чего? Чтобы узнать информацию, узнать истину и повлиять на факт. Изменить обстоятельства. И это возможно. Чтобы в вашем мышлении уже сейчас это была четкость и ясность. Это возможно. Мне только надо будет действовать в соответствии с тем, что я узнаю. Поэтому отрасль плодоносного дерева над источником – это первое условие. Необходимо всегда получать правильную информацию от правильного источника. Если мы говорим о плоде, о горьком, то это плод, который никого не устраивает. Это тоже плод. Нет человека, который бы жил и не строил. Он обязательно будет строить, потому что каждый день нашей жизни – это определенный кирпичик или определенная часть строительного материала. И поэтому человек, который живет и ничего не делает, он все равно строит. Он строит из соломы, строит из сена, но он строит. Поэтому предлагает нам Господь, а каждый смотри, как ты строишь, из чего, что является твоим материалом, что является информацией, основополагающей для твоей жизни. Поэтому если источник верный, то ты будешь плодоносным деревом над источником, и никакая стена не закроет тебя от результата жизни. Ты любую стену преодолеешь, обстоятельства будут изменяться твоим отношением. Отношением с Богом, отношением к Его Слову, отношением к обстоятельствам самим. Следующая составляющая благословения – это процветание. Процветание на всех уровнях, опять же, жизни. Процветание – это то, что нам предлагает Господь, как полнота жизни. О Христе сказано полнота радости, вернее, о Боге, то, что я уже цитировала, полнота радости пред лицом Его. И есть еще слово, сказанное уже Иисусом. «Я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком». Избыток – это не бабушкино одеяло, которое натягиваешь, и его мало тебе не укрыться, а это то, что у тебя есть как возможность еще кому-то уделить. Избыток – это всегда возможности больше, чем достаточно. И потому, когда мы говорим о процветании, то есть это всегда свежесть, это всегда новые цветы для новых плодов. Победа – еще одна часть Божьего благословения.
Причем хочу обратить ваше внимание, что победа – это не значит, что жизнь пройдет безмятежно, что в жизни не будет никаких проблем. Победа – это как часть благословения, что ты будешь выходить победителем из всякой проблемы. Ты будешь выходить победителем из всякой сложившейся ситуации. Однажды я уже приводила пример с «Титаником». Те два корабля, которые вышли на или получили сигнал SOS от «Титаника». На самом корабле, на «Титанике», был тот капитан, который никогда не участвовал даже в боевых тревогах. Он не знал, что такое экстремальные обстоятельства, при которых надо выходить геройством из положения. Он оказался человеком, да, безупречным в своей биографии, да, он был действительно очень хорошим вторым лидером, исполнителем. К нему не было никогда никаких претензий как к исполнителю, но как принимающему решения, ответственные в самый экстремальный момент, таких у него вариантов в жизни не было. Опыта этого у него не было. И потому, оказавшись на корабле, о котором все говорили, что он непотопляемый, то рассчитывали, что ему не понадобится этот опыт. И оказывается, он не только понадобился, а он именно и погубил эти тысячи людей, которые оказались вместе с ним на корабле. Когда он услышал, что пробоина уже произошла, он не поверил в эти вещи. И более того, стал посылать сигналы, и окружающие-то вот эти два корабля, они тоже отреагировали по-разному. И только на одном корабле, вот этот капитан на корабле, по-моему, «Карпатия», он сказал: «Я поплыву». Приготовил все необходимое для того, чтобы на корабле было готово для принятия из шлюпок тех людей, которых еще можно спасти. Он все расставил на свои места, собрал врачей, сказал, какие приготовить сейчас кушанья и как разложить медикаменты. Что будет делать каждый из его находящихся сейчас на корабле, даже пассажиров. Всем раздал нужные задания. Сам встал к этому штурвалу, и прежде чем подошел к штурвалу, помолился и сказал: «Господь, веди нас между этими айсбергами». И когда они наутро увидели, между какими айсбергами они проплыли, они были в ужасе, потому что они знали, это невозможно ночью проплыть так и такому небольшому кораблю, чтобы не нарваться на айсберг. Это было по-человечески невозможно. Несмотря на то, что они со своей стороны сделали все, что возможно, они достигли результата, они спасли тех, кого еще можно было спасти. Поэтому у каждого есть своя жизненная позиция. И нам важно понять, если мы проходим трудности, это есть формирование нашей личности, это есть формирование характера победителя, и не надо бояться трудностей. И Господь никогда никому не обещал безмятежного плавания. Он обещал нам тихую гавань, но плавание, оно будет иметь свои трудности, и к нему надо быть готовому. Кстати сказать, между прочим, вот сейчас я как раз работаю над одной брошюрой, она так и будет называться «Титаник. Знамение времени». Потому что когда-то мне Господь сказал эту фразу, что именно «Титаник» является знамением времени, что сейчас общество точно такое же, как на корабле «Титаник». И говорят: это непотопляемое общество, у нас все получится, у нас такие сейчас прогрессирующие открытия и так далее. Но это как раз то же самое состояние. Люди не понимают, что уже «Титаник» потерпел очень серьезную пробоину. И уже сейчас необходимо торопиться принимать Иисуса Христа как своего Спасителя, чтобы не упускать эти шлюпки, полупустые церкви, чтобы не оставались. Сейчас есть возможность еще туда попасть, есть возможность стать вот этой частью спасенного народа. Итак, победы, как часть формирования характера жизни каждого человека, являются благословением. То есть не трудности, а результаты от трудностей, когда мы их правильно применяем. Божье благоволение – это тоже часть благословения, которое для себя надо иметь как определенную Богом данную возможность в жизни человека. Не знаю, кто из вас как относится к благоволению и что вы имеете в виду, когда слышите это слово. Благоволение – это благая воля Бога о человеке. У Бога нет другой воли. Он о каждом хочет исполнить благую волю. Но почему не в каждой жизни это происходит? Благоволение – это есть та часть, которую Господь открывает в жизнь твою и мою при нашем правильном выборе, при правильном решении. И когда мы рассматриваем в Ветхом Завете Божье обещание, Он говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». И простертое благоволение сегодня ко всему человечеству, но пользуется человек только тот, который встал на положение вот этого осознания: «Мне нужен Иисус».
Мне нужно твое благоволение. Мне нужна сила твоего выхода. Посмотрите, как многие люди пытаются бороться с никотином, с алкоголем, с наркотиками, с развратом, с воровством, с сквернословием. Бороться своей волей. Не понимая того, что воля, она уже связана. Ты, имея господина в жизни дьявола, он тебя без цепей не оставит. И поэтому, когда человек пытается своими силами бороться, а воля поражена, это невозможно. Он поднимается, опять же падает, поднимается и падает. Но когда идет человек к этому источнику и говорит: «Господь, благая воля Твоя обо мне, чтобы я был свободен, я в это верю, я принимаю эту силу от Твоего источника, и поэтому я смогу быть победителем, я смогу выстоять в этой ситуации, и Твой источник мне будет доступен». Поэтому благая воля – это очень важная составляющая. В 5-м псалме Давид говорит: «Благоволением, как щитом, венчаешь ты меня, Господи». То есть это своего рода защитная стена вокруг жизни человека. Благоволение. Ну а теперь мы перейдем к проклятиям. Поговорим о этих последствиях. Потому что это тоже то, что является очень открытой картиной. Если мы реально видим, что такое проклятие в жизни, вернее, какие последствия приходят в жизни человека, то тогда мы будем видеть, есть ли это лично в нашей жизни, либо в жизни окружающих нас. Первое – это унижение. Унижение личности, унижение статуса, унижение мышления, унижение и растаптывание тебя как твоих талантов и так далее. Если мы посмотрим немножечко вглубь нашей истории, российской или советской, так лучше скажем, то мы видим, что это было тотально вообще в обществе. Если даже рассмотреть людей, которые достигли каких-то высот как бы во власти, но там они туда поднялись через унижение кого-то, через растаптывание каких-то других князей и царей, бывших до них. Поэтому, уничтожая там, на крови свое возвышение не построишь. Поэтому, выйдя на высоту, как бы на высоту, оказалось, что пришлось каждому из них очень низко, в конце концов, падать. Унижение претерпел практически каждый житель тогда Советского Союза. Больше или меньше, но унижение проходили все. Бесплодие – это тоже одно из проявлений проклятия в жизни человека. Бесплодие – это есть отсутствие результативности. То есть не просто плод, как рождение детей, отсутствие результативности жизни. Когда человек делает вроде бы и много, вроде бы у него есть желание что-то сделать, таланты есть, а результата нет. И об этом тоже Господь предупреждает. Вы, говорит, трудитесь и работаете для дырявого кошелька. Не знаю, обращали вы внимание в своей жизни, когда вроде бы и много денег заработал, а куда они все делись? Вроде бы посмотрел, и ничего такого особо не приобрел, а денег нет. И это становится образом жизни многих людей. Почему? А у других, наоборот, из немногого и получается много. И такие вещи вы тоже могли наблюдать. Вроде бы рассчитывал, что тебе придется концы с концами сводить, а они вроде бы как даже и перекрылись. Каким образом? Как это возможно? Потому что есть вот эта печать бесплодия, безрезультативности того, что ты делаешь. И это есть определенный признак проклятия в жизни человека. Душевные и физические болезни. Это тоже, безусловно, то, с чем нам приходится встречаться и то, что знакомо. Душевные и физические болезни. То есть разрушение на разных уровнях. И опять же, если мы рассматриваем медицину, которая у нас была в советский период, и, наверное, и до сих пор она еще во многом такая, когда предлагается лечить чисто физический храм, тело человека. Но внешний наш храм – это всего лишь самая крайняя точка человека. И поэтому, когда мы лечим только вот эти периферийные, что называется, внешние стороны, не вникая в причины, которые в душе человека, которые в духе человека, то поэтому вылечить человека практически невозможно. Лечится одно, другое приходит в запустение, потому что необходимо убрать причину самой болезни. И лечение, оно и тогда только имеет результат, когда есть комплексность, когда дух человеческий восстанавливается, на душевном уровне происходит развязка всех проблем, которые были связаны с зараженной волей, которые были связаны с неправильным мышлением, с неправильной информацией и с обидой на уровне чувств. Посмотрите, вот эти три сферы, они настолько бывают заражены в жизни человека, и он лежит с ненавистью в этой палате, на всех своих родных имеет обиды и не понимает, что ему всего лишь
иногда достаточно простить, чтобы встать с этой коляски. У нас был такой случай, когда у нас ходят в церкви сейчас по больницам люди, и рассказывала мне как раз руководитель этого движения. В одной больнице женщина, которая лежала практически неподвижно уже несколько лет. Ее на коляске вывозили из палаты периодически, просто чтобы она могла хоть побольше увидеть пространство, даже как коридор хотя бы, не говоря там об улице. И когда к ней пришла вот эта наша руководительница служения и пыталась ей что-то говорить, она была наполнена ненавистью на весь белый свет. Она ненавидела всех, она на всех обижалась. Она пыталась ей что-то сказать, она слышать ничего не хотела. Тогда она стала молиться за нее, говорит: «Господи, как же мне найти к ней подход, чтобы все-таки помочь этому человеку? Потому что если просто ей давать какие-то советы, она их не слышит, то это будет бесполезно». Тогда ей Господь просто порекомендовал ей оказывать любовь и тепло, ничего не говорить, ни о Христе, ни о каких-то проблемах, а просто оказывать ей любовь. И вот однажды она ее вывезла так на коляске, в этот же коридор просто провезла и говорила с ней о каких-то самых банальных, обычных вещах. На второй раз она уже стала прислушиваться к тому, что она говорит, и таким образом она ей стала давать советы, что ты все-таки освободись от этой ненависти, ведь ты себя мучаешь этим. Я не знаю причины, до какой степени они у тебя основательны, но освободись от этого. И когда в очередной раз она ее так везла по коридору и стала ей об этом говорить, она согласилась с ней повторить вот эти слова прощения и отпустить всех, на кого она обижается и на кого имеет ненависть в сердце. Когда она подвезла ее к палате, она сама встала с коляски и зашла уже в палату, и ее через 2 дня выписали. Если вот представьте, вот такой момент, который на уровне души, ее уже лечили много лет, ничего не помогало, потому что душа была заражена и поражена. Я не говорю о том, что это есть рецепт на все случаи жизни, но я говорю, что очень часто люди поражены именно ненавистью и обидой. И это является основой для многих-многих заболеваний. Поэтому лечить просто тело — это почти бессмысленно, если не убрать очаг, который это как болезнь распространяет. Поэтому душевные и физические болезни мы берем в связке, так как они одно вытекает из другого. Нищета. Очень много времени люди думали, что нищета – это даже есть какой-то ореол святости. То есть, если человек может обходиться минимальным куском хлеба и чашкой воды и какой-то рогожей под место кровати, то это есть какой-то элемент святости. Это ложь. Аскетизм и святость – это разные совершенно вещи. Если есть в этом необходимость, это другое дело. Но если в этом нет необходимости, а просто показать какой-то святой, это не то, что делает человека святым. Святым человека делает отделенность для Бога, а не отделенность от общества. Для Бога это значит быть посвященным Ему во всех сферах твоей жизни. А как раз идти-то тебе надо будет в общество, идти туда, где реально нужна твоя помощь, то есть Божья помощь через тебя. Христос так именно и действовал. Вы знаете, о Нем говорили, Он друг мытарям и грешникам, то есть никак не могли понять, почему Он с такими людьми имеет отношение. А именно потому, что Он ради них и пришел на эту землю. И Он с этими людьми имел контакт для того, чтобы их вывести из нищеты. И поэтому нищета – это элементы проклятия, а не благословения. И если когда-то люди проходили периоды жизни, то это не значит, что это есть предназначенное Богом состояние для человека. Потому что Павел, когда говорит: «Я научился жить и в скудости, и в изобилии». То есть для него состояние внешнего человека, оно не влияло на отношения с Богом. Если у него чего-то не хватало, это не значит, что он начинал обижаться на Бога. Либо если у него чего-то много, это не значит, что он забывал о благодеющей руке Божьей над ним. То есть у него была стабильность отношения к Богу, независимо от внешних обстоятельств. Вот это есть уже результат возраста духовного. Нищета – это как раз показатель того, что человек находится не на территории, где Божье благоволение работает. Поражение. Поражение – это, опять же, всех сфер жизни, которые сегодня вас волнуют. Что бы вы ни делали, как я говорила, бесплодие и поражение – это определенные синонимы в данном случае. То есть бесплодие, когда в принципе ничего в жизни не может доброго родиться, а поражение – это когда уже что-то рожденное и то забирается, и то поражается. Когда ты хотел вот с этим уже что-то иметь, какие-то перспективы, какая-то мечта у тебя возникала, и это все
идет под удар и под поражение. Когда-то Господь, как элемент проклятия, сказал: «Дети ваши, они будут рождены, но уйдут в плен, потому что вы их не будете иметь. Сыновей ваших вырастите, а с вами они не останутся». То есть вот это поражение. Вроде уже и сыновья есть, вроде уже и жизнь появилась, но она уходит под удар и под поражение. Рабство. Рабство – это как результат тоже проклятия, и об этом мы говорили и говорим в течение программ. То есть рабство – это исполнение чужой воли без моего практически согласия. В каком смысле без моего согласия? Первоначально это было согласие дано человеком. То есть пока человек не даст согласия для того, чтобы сделать вот этот выбор, неправильный выбор в своей жизни, то дьявол на него доступа не имеет. Единственное, что согласие может быть пассивным. Не все это активно выражали. «Да, я буду наркоманом». Так люди редко кто говорил. Но начинали говорить: «Ну, попробую». «Но ничего страшного не будет». Это был выбор человека. Это он сделал как свое решение. И думал, что он защитит себя. И то же самое в отношении алкоголя. «Ну, ведь в обществе все это делают. Что ж я буду белой вороной?» И человек начинает делать эти шаги, не понимая, что это опасная территория, на которую ты сейчас встаешь. Поэтому рабство – это результат закабаления того господина, которому когда-то дал согласие служить. Пассивно или активно. Это значение не имеет. Вот в отношении к Богу, там нужна активная позиция, чтобы он вошел в жизнь человека. По отношению к дьяволу, активность не всегда нужно проявлять, а достаточно пассивности, и он уже закабаляет человеческую волю. В связи с этим падение. Падение за падением. То есть нет стабильности в настроении, нет стабильности в выборе, который человеку надо делать. Если даже сделан выбор правильно, он не может в этом выстоять. Поэтому вот это состояние падения – это постоянно сворачивать с выбранного направления. И есть предупреждение, что человек, который двоящийся имеет мысли, он неблагонадежен для Царства Божьего. То есть он постоянно будет сворачивать с того пути, который когда-то для себя избрал. Божье недовольство как результат неправильного выбора в жизни человека. Когда человек для себя этот неправильный выбор делает, он огорчает Бога как любящего отца. Я не знаю, кто из вас переживал или переживает состояние родительской любви к детям. Я думаю, большинство из вас эти чувства имели и знаете, что это такое. Любовь к детям, отцовская, материнская. И когда есть огорчение со стороны детей, это не значит, что вы их сразу ненавидите, это не значит, что вы их готовы уничтожить, а это значит, что вы огорчены ими. В вашем сердце есть огорчение, что ваш сын или ваша дочь поступает не так, как вы хотели бы. Вы не это в него вкладывали, вы хотели увидеть другой результат. И вот то, что вас огорчает сегодня, это происходит в сердце нашего Небесного Отца. Он огорчен бывает тем, что его дети делают неверный выбор и отдают свою волю для рабского бытия. 7 признаков проклятия. Это были результаты проклятия, а сейчас признаки. Душевное, эмоциональное крушение как определенный признак проклятия. Душевное, эмоциональное крушение. То есть жизнь человека, она вся идет под откос. Когда депрессия за депрессией. Депрессия – это одна из стадий, ведущая к самоубийству. То есть к тотальному исходу человек просто так не приходит. Есть стадии. И вот эти стадии, они начинаются с внутреннего поражения, который приводит к депрессии, а депрессия потом к убийству. Поэтому крушение душевной, эмоциональной сферы. Повторяющиеся или хронические болезни, особенно наследственные, это тоже один из признаков. Повторяющиеся и хронические болезни. Бесплодие и тенденция к недержанию плода или связанные с этим женские проблемы. То есть тоже как элемент проклятия. Причем говорю, что если один из признаков, это еще не обязательно. Как правило, должно быть какое-то сочетание, потому что клубок обычно приходит с проклятием в жизнь человека. Крушение брака или отчуждение в семье. Отчуждение в семье – это нет контакта между родителями и детьми, нет контакта между мужем и женой. То есть определенного рода стена стоит в отношениях. Когда мы говорим о
брачных отношениях нормальных, то согласие, взаимопонимание, почтение, терпение друг к другу – это норма жизни. Но когда человек, вроде бы жили, как сейчас принято, в гражданском браке, все было нормально, зарегистрировались, стал какой-то образ жизни непонятный, стена выросла. Что это такое? Это как раз то, что было дано как место раньше. Человек, который идет по пути греха, а потом хочет просто исцелить ситуацию уже правильным выбором, не наведя порядок там без покаяния, то дьявол начинает тут управлять как хочет. И поэтому нельзя делать дело Божье наполовину. Надо его сделать до конца. И от начала до конца правильно. Тогда есть освобождение от последствий неправильных решений, тогда есть перспектива. А когда человек все намешает в одну кучу, а потом говорит, ну я вроде бы сделал, как мне сказали, а все пошло кувырком. Так надо сделать от начала и до конца, как говорит Господь, расправиться со всякой прошлой неправильной позицией жизни. Все, что ты сеял, оно все равно всходит. Поэтому с этим посевом надо разобраться, чтобы расчистить поле и уже посеять правильные семена. Крушение и отчуждение в семье – это то, что является тоже элементом или признаком проклятия. Постоянная финансовая нехватка или недостаточность. То, о чем мы уже говорили, нищета как определенный результат проклятия, но и вот признаки, когда мы по жизни двигаемся и видим, что постоянно нам чего-то не хватает. То здесь есть пути выхода, и о них мы тоже будем говорить. Сейчас я просто перечисляю признаки, поэтому не останавливаюсь на путях. Постоянная подверженность случайности. Например, человек является классным водителем, но постоянно попадает в аварии. Кто-то его ударил, либо там что-то с машиной произошло прямо во время движения, либо какая-то на пути встала преграда, неожиданно опять же лось выскочил и так далее. То есть всякие случайности именно у этого водителя. И попадается он постоянно в аварии. Но это как пример. Либо, например, человек, который говорит, ну куда бы я ни пошел, везде что-то падает, обязательно на меня. Либо что-то происходит, тут обязательно со мной. Вот эти вот вещи, они тоже заставляют задуматься. Это не просто совпадение в случайностях, а это определенный признак проклятия, который преследует этого человека. История самоубийств и неестественная или безвременная смерть, преждевременная смерть. То есть это тоже не тоже, а это, можно сказать, очень сильный признак проклятия, когда это преследует жизнь человека. Сейчас мы эти все сферы рассмотрим по очереди. Как душевное или эмоциональное крушение происходит в жизни человека? Когда есть несколько из этих признаков налицо, то можно говорить, что проклятие в действии в жизни такого человека. Поэтому мы сейчас будем рассматривать уже более подробно каждую из сфер, чтобы вы могли обнаружить, что есть в моей жизни как элемент того или другого проявления. Итак, сфера человеческой жизни, подвергающаяся крушению, это сердце, душа и разрушение тела. Соответственно, сердцевина, потом душа, как разум, чувство и воля, о чем мы уже говорили, а потом и разрушение самого тела. Поэтому и восстановление надо начинать не с тела, а с сердца, состояние мышления, состояние твоей души, а потом перейти уже и на изменения в теле. Разочарование и депрессия – это два ключевых слова, характеризующих состояние души при действии разрушения, при действии проклятия. То есть разочарование и депрессия. Давайте мы сейчас вдумаемся в слово «разочарование». Что такое чарование или очарование? Это быть кем-то или чем-то очарованным. По сути дела, это тоже неправильное состояние. До какой степени смысл этот несет слово каждый раз, когда мы его произносим? Но попасть под чьи-то чары – это обязательно, в конце концов, прийти к разочарованию. Потому что очарованным быть – это опасно. Надо всегда иметь ясный взгляд на ситуацию, в которой ты находишься. Поэтому если ты оказался кем-то или чем-то очарованным, то здесь сразу лучше поставить определенный вопрос. Господь, я не хочу быть в числе потом разочарованных, поэтому открой мне глаза, правильно видеть вещи, правильно смотреть на обстоятельства, правильно смотреть на людей, которые меня окружают, и видеть твою природу, и видеть человеческую природу, уметь их различать.
Если говорить о депрессии, как я уже сказала, само тоже по себе слово «пресс», «пресс» на человека. И причем сильнейший пресс, который давит так, что человек не может из него выбраться сам. Для того, чтобы нам увидеть силу депрессии, нам нужно обнаружить силу нашего ожидания. Чего мы ожидаем от жизни, от человека, от обстоятельств, от наших свободных дней, допустим, от средств, которые мы получили, чего мы ожидаем. И вот степень ожидаемого и получаемого дает депрессию. Разница между ожидаемым и получаемым даст депрессию. Если это очень большое ожидание, а получил мало, то вот эта амплитуда, она и делает, и толкает человека под депрессию. Поэтому я сейчас хотела бы такой как рецепт дать. Не потому, что от жизни ничего не надо ожидать. От жизни нужно ожидать и много. Но от людей, от тех вокруг вас окружающих обстоятельств, вот от этого много не ждите. Почему? Когда человек считает своим обеспечителем ту работу, на которой он трудится. Поэтому он постоянно ждет и слушает все приказы, которые выходят от начальников. Нет ли там повышения в зарплате? А если нет, а вдруг еще и чего-то сняли, начинается недовольство, недоумение и огорчение. Но когда человек делает от души, как для Господа, вот такой простой совет дает нам апостол Павел. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Он это делает, а его, допустим, не замечают. А он особо и не рассчитывал, что начальники его отметят. Но он что делал каждый раз? Он ждал от жизни большего, но он говорил: «Господь, ты мой обеспечитель». Ты источник моего благословения, ты источник благоволения ко мне, поэтому у тебя я и принимаю от тебя это обеспечение. Кого ты возьмешь в удел, где, каким образом ты восполнишь, но ты знаешь, что у меня есть в этом нужда. Ты знаешь, что благословение – это процветание, а не нищета. Вы понимаете, разница позиций. Человек, который ждет от Бога, он никогда не будет разочарован, потому что Господь – это единственный тем, тот, кем можно очароваться. Он никогда не разочарует. Все остальное – это очень опасные объекты. Поэтому, когда вы для себя выбираете источником обеспечения Бога, в этом стойте и говорите: «Господь, ты знаешь, что я со своей стороны не ленюсь, я делаю то, что от меня зависит, а ты меня обеспечивай. У тебя есть возможность, как это сделать?» Потому что если он о птенцах ворона заботится, насколько ты больше птицы, которые продаются за 2 сария, как говорит Иисус? До какой степени ты себя больше оцениваешь, я не знаю. Но я думаю, что все-таки нет человека, который бы себя оценил здесь меньше воробья. Или есть? А если нет, то тогда он, Господь, оценивает тебя также намного больше, чем птицу. Но он о птицах заботится, он им подает корм вовремя, он подает им свою защиту. То неужели он тебе это не подаст? Поэтому необходимо к нему идти как к отцу с пониманием того, что он готов давать тебе то, в чем ты нуждаешься. Когда мы говорим о душевном эмоциональном крушении, то, как правило, корни этой ситуации, они находятся глубже, они находятся в оккультном мире. В ту или иную степень человек, который подвержен был оккультизму. Почему говорю «в ту или иную степень»? Потому что есть люди, которые задействованы в оккультизм осознанно, это их был выбор, когда они попали туда для того, чтобы начать контролировать обстоятельства, контролировать ситуации, либо навредить кому-то в жизни, потому что у них появились враги, которым они сами не знали, как отомстить. Поэтому люди вступают в оккультизм осознанно, как правило, идут туда с определенной целью – иметь контроль и власть над другими людьми. Когда человек для себя этот выбор делает, он не подозревает, что таким образом он отдает и свою жизнь под сильнейший контроль демонического мира. Для того, чтобы иметь контроль над другими людьми, для этого необходимо самому иметь нечто большее. То для того, чтобы тебе иметь нечто большее, тебе надо присоединиться к какому-то духовному источнику. Но так как человек идет в оккультный мир, то он присоединяется к нечистому источнику. И, соответственно, этот нечистый источник – это демоны, причем огромных бывают размеров, которые начинают управлять жизнью человека, и он сам уже не рад тому, что сделал этот выбор, и чем больше делает негативного другим, тем спокойнее тогда ему живется. Но как только ты успокаиваешься сам, то дьявол опять заставляет тебя делать это зло людям. И вот такой порочный круг, в который втаскиваются люди своим неправильным выбором. И таким образом, причины проклятия, вот эти 7 признаков, или души,
душевных, что мы сейчас говорили, эмоциональное крушение. Как правило, оно связано с оккультными корнями. Если человек для себя не делал этого выбора, он не шел туда осознанно. Кстати сказать, еще есть такой обманный маневр, на который попадаются часто люди именно в оккультный мир. Не навредить кому-то, а помочь. Помочь. Ну вот у меня же открылись какие-то способности. Мне говорят, что у меня хорошие способности. А вот эти школы экстрасенсорики, да, приходят туда люди и говорят, ой, у вас великолепные способности. И человеку столько наговорят, что он начинает думать, что это действительно так. И говорит, ну надо же, я теперь тогда людям могу помочь. Не понимая того, что ты открываешь себя для канала, во-первых, действия нечистого духа. И когда через тебя эта нечистота будет проходить, то прежде всего ты повредишь себе. И человеку тоже... Благо-то не принесешь, по большому счету. Если сегодня есть какое-то облегчение, то завтра это будет поражение. Вы знаете, уже даже до смешного иногда, когда человек какой-то рассказывал, знаете, у меня у друга все-таки помогли ему, вот у него было заболевание печени, и полностью освободился. Я задаю вопрос уже как-то, знаете, естественно. Я говорю, а что сейчас с этим другом? Ну, он, правда, умер от рака желудка. Так вот, я говорю, сами себе ответили. Помогли от печени, да, избавили. То есть вопрос-то не в том, что сейчас ты чувствуешь, а вопрос, к какому итогу ты придешь. И вот это является результатом влияния нечистых источников на жизнь человека. Оккультный мир, как правило, в этом замешан. 28 глава Второзакония, она нам говорит о признаках проклятия очень четко. И фразы, которые характеризуют состояние души при наличии проклятия, это «сумасшествие». Когда человек сходит с того ума, который дал ему Господь, сумасшествие, смятение и оцепенение сердца, то есть инфаркты, либо состояние аритмии, то есть когда человек не может управлять своим сердцем, и что-то начинает происходить в его организме, трепещущее сердце или беспокойный разум. Это тоже диагноз, беспокойный разум. Когда человек постоянно беспокоится, не понимая, что беспокойство не может решить твоих проблем, а состояние беспокойства тебя приведет к разрушению твоего баланса организма. Изнывание души или разочарование сердца. Есть опыт, когда люди оказываются действительно в состоянии сумасшествия. Не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать, как себя чувствуют люди, когда у них происходит какое-то смещение в разуме. Почему это бывает трудно услышать? Потому что такой человек, как правило, не возвращается потом до конца в трезвый разум. Но я вам сейчас расскажу один пример, который был не в нашем городе. Рассказывал мне служитель в этой церкви сам, как это происходило. Обстоятельства, конечно, ну, потрясающие, которые постигают в жизни человека. Это явно вот серия проклятий в жизни одной женщины, которая шла только ко Христу, делала первые шаги, а проклятие тянулось у нее по жизни все ее годы. И в связи с тем, что вот в этом проклятии она уже просто изнемогла. Но представьте, крушение за крушением во всех сферах жизни. И вот у нее попадает последнее, что было толчком, попадает ее ребенок двухлетний под каток машины, который асфальт раскатывает. И вкатывает в асфальт этого ребенка. Поэтому это, ну, страшнейшая трагедия, естественно, он умирает, но у матери сразу происходит сдвиг в ее мышлении, и она теряет рассудок. И оказавшись, а сама, будучи медиком, она работала тогда медсестрой в той местной больнице, и когда она оказалась в этой, шла на работу в больницу, никто, в общем-то, не знал, что с ней уже это произошло, но одна женщина, христианка, оказалась как раз у входа тоже в эту больницу, она тоже там работала, и видит, что стоит эта Татьяна и не заходит в само здание. И говорит, Татьяна, чего ты не заходишь? И по ее словам она понимает, что она не в уме. То, что она сейчас говорит, что она ожидает тут мать, которая недавно умерла у нее, и теперь ребенок погиб. Вот она говорит, вот я сейчас с ними должна тут встретиться. И, в общем, она понимает, что все не так просто. И не знает, как ее завести теперь в эту больницу, чтобы ей элементарно оказать помощь. Но когда ее удалось все-таки туда завести,
Ее положили на отделение в этой больнице. И что могли врачи делать? Делали. Она была очень хорошим специалистом в своей области. Ей хотели помочь окружающие люди, но ничего не могли сделать. И вынуждены были ее отправить уже в город, в большую больницу специализированную. И она услышала, и при ней об этих вещах говорили. Она неадекватно очень реагировала на эти вещи. И вот служитель, узнав, что Татьяна попала в такое положение, сама только первые шаги делает ко Христу, он говорит: «Я должен там быть, я должен поехать к ней и с ней встретиться». Врачи его не пускали. Но тогда, когда он все-таки пришел и сказал: «Вы знаете, я служитель той церкви, куда она стала приходить, я хочу ей помочь, пустите меня, если вы уже не можете, я пойду и помолюсь за эту женщину». И когда врачи говорят: «Вы знаете, она никого не узнает, она вас тем более не узнает. Если она мужа своего путает, не узнает, то и вас она не узнает». Но когда он пришел туда, она действительно смотрела, как зверек из этой кровати, она никого не узнавала. Я, говорит, стал молиться, положил ей руку на голову и говорю: «Господь, сейчас я разрушаю всякое проклятие, чтобы разум к ней возвратился, чтобы ясный смысл к ней вернулся». И в этот момент вдруг она поворачивается и говорит: «Петр Васильевич, а как вы сюда попали?» И стала с ним говорить, и говорит: «Вы знаете, вот тут она рассказала свои мироощущения. Посмотрите, разум — это не личность, личность — это дух. Она говорит: в моем разуме кто-то говорил совершенно не то, что я хотела. Я осознавала, что я делаю не то, говорю не то, но я ничего не могла изменить. Вот у меня внутри было полное осознание того, что это какой-то бред, но я не могла ничего изменить». То есть человек попал в ловушку. Вот в эту цепь, которой дьявол его заковывает. Поэтому, когда мы говорим «лишение рассудка», как можно помочь этому человеку? У него есть в личности осознание правильное, но он сейчас неадекватно реагирует. И вернуть к здравому смыслу никакой психиатр не вернет, потому что у него нет на это власти Божьей. Власть дается только через Христа. И то это не такой простой процесс. То, что я сейчас вам рассказала буквально коротко, но, по сути дела, это было, так скажем, еще имели некоторые места здесь события, и молитвы, и пост церкви, и власть, которую они применяли. Но я вам сразу рассказала результат. Сейчас эта женщина, слава Богу, в здравом уме, и она служит Богу уже осознанно, и уже все проклятия в ее жизни позади. И это приятно уже сейчас видеть как результат. Поэтому сумасшествие — это одно из проклятий, о котором Бог сказал, то есть разумом твоим кто-то овладевает, а личность попадает в темницу. Выход из этой ситуации короткий, мы сейчас скажем, потому что о выходе полноценном, большом, мы будем говорить, когда будем касаться молитвы выхода из проклятия. Она достаточно объемная, мы ее разберем на последнем занятии. А сейчас выход как некоторые шаги. Разделаться с оккультным вовлечением. Что сюда входит? Безусловно, это покаяние и отречение. Но это еще не все. Покаяние и отречение — это значит осознать, что ты действовал неправильно. Покаяться — это переменить мышление. То есть, когда твое мышление становится другим. Когда ты понимаешь, что тебе надо действовать иначе. Но коль у тебя стало мышление другим, то значит атрибутика, которая была внесена в твою жизнь, как книги черной и белой магии, как различные координации по колдовству и рекомендации, вот это то, что надо удалить обязательно из своего дома. Сразу хочу сказать, что подобные книги горят очень плохо. То есть, почему их надо сжигать? Это предмет, который нельзя кому-то подарить. Если вы кому-то его передаете, то, во-первых, демонизация таким образом из вашей жизни не уйдет, потому что это предмет вашего был когда-то выбора, когда вы платили деньги за это. Кстати сказать, это один из важных факторов. Когда человек платит за негативные вещи в своей жизни, он отдает свою часть трудового дохода. Это ваше время, это ваш выбор. Вы отдаете за то, что будет вас разорять. И дьявол таким образом имеет право на вас, потому что вы заплатили деньги, дав знать: «Да, я это принимаю в свою жизнь». И то же самое с книгами. Когда вы их приобрели, это был ваш выбор. Поэтому просто их кому-то отдать, это будет опасно. Потому что демонизация все равно останется с вами, потому что вы заплатили за то, чтобы демон был с вами. А книга эта, она другому принесет также разорение, потому что она имеет еще потенциал разорять дальше.
Когда идет речь о том, что их надо сжигать, то это имеется в виду. Я полностью с этим не хочу ничего общего иметь. Когда-то мы разговаривали с одним молодым человеком, у которого были ночные кошмары. И пришли мы туда по просьбе матери его. И он, будучи достаточно молодым и перспективным, казалось бы, парнем, но он был уже в жуткой депрессии, потому что он ничего не мог сделать, ночами практически не спал, а днем находился под давлением депрессии. И когда мы с ним разговаривали в его комнате, то буквально на столе лежала вот эта книга, так называемая «Белая магия». И, дав ему несколько советов, сказала, что если сейчас мы даже будем вот молиться за тебя, но если ты не освободишься вот от этой вещи, то бесполезно. Поэтому ты делай выбор сам. Если мы сюда пришли по просьбе твоей мамы, если ты не хочешь, то мы уйдем, оставайся дальше со своей проблемой, со своей ситуацией, сам разбирайся. Но помочь мы тебе можем тогда, когда ты будешь действовать в соответствии с теми предложениями. Он говорит, нет, я книгу убирать не буду. Я говорю, ну тогда мы уходим. В таком случае он говорит, хорошо, я вас еще послушаю, а потом решу. И в конце концов он согласился. Согласился все-таки эту книгу сжечь. А мы были тогда с Дмитрием Ивановичем, и вот Дмитрий Иванович с ним пошел сжигать. И что он предложил ему? Давайте, говорит, мы не пойдем на улицу, а прямо на балконе. А этаж, на котором мы находились, это где-то 12 этаж был. И, кстати сказать, эти вещи очень серьезны, надо брать во внимание это, потому что когда идет речь об уничтожении оккультных каких-то амулетов или вещей, то демонический дух, он очень, особенно хозяина, чья это литература, очень может сильно напугать или заставить делать какие-то неадекватные вещи. Поэтому никогда в опасных зонах это не делайте. И 12 этаж, естественно, опасная зона. Надо обязательно встать на твердое основание, спуститься, что называется, на землю. И он говорит, нет, мы пойдем на землю, спустимся и там это сделаем, во дворе. И когда он ему предложил, ну, говорит, давай, зажигай. Стал зажигать, она не горит. Он говорит, вот это да, как это? Это же бумага, почему она не горит? А Дмитрий Иванович уже знает эти вещи, и потому он ему предложил, чтобы он сам увидел, что это все серьезно, это все не сказки какие-то, это все достаточно серьезные вещи. И поэтому, когда он посмотрел на это и говорит, не знаю, не получается. Тогда он взял во имя Иисуса Христа, поджег, и она загорелась. Уже Дмитрий Иванович это сделал сам. И когда она горела, дошло, там лицо человека было изображено, вот этого мага, который, видимо, ее писал или что, дошло до его глаз и остановилось. Тогда он сказал, и ты сгоришь во имя Иисуса Христа. И оно просто ярким пламенем, знаете, это было неестественно, когда пламя оттуда просто выскочило. И сгорело до конца. И вот этот парень, когда он поднялся, он был в шоке. Он уже слушал каждое слово. Потому что он до этого думал, ну какое это имеет отношение? Ну это же бумага, ну мало ли что там в моем доме. А это не только имеет отношение, это имеет серьезное влияние на умы и сердца людей. Поэтому, когда человек к этим вещам прикасается, то надо с этого начать, то есть разделаться со всем оккультным миром в твоей жизни. Если ты просто хочешь освободиться от проклятия, не убрав вот эти причины и корни, то ты останешься под этим влиянием. Разрушить проклятие. Это следующее, что надо сделать. Разрушение проклятия. Это то, о чем мы с вами будем говорить более подробно, но это основание, на котором ты действуешь. Без основания проклятия в жизнь человека не приходит. Вот это запомните навсегда. Должно быть основание. Вот основание, не все люди знают, в чем оно может выражено быть. Поэтому кто-то говорит, ну я же никого не убивал. Хотя и это под большим вопросом. Потому что убийство это далеко не так, как мы это себе можем представлять. Допустим, человек говорит, ну я же не делал никаких страшных, может быть, явлений в своей жизни. Я жил по законам морали, не понимая того, что законы морали общества и законы морали Божьего закона – это разные далеко вещи. То есть не всегда законы или критерии общества соответствуют божественным взглядам. Вот в связи с этим мы будем рассматривать сейчас еще некоторые вещи, которые связаны с вхождением проклятия на жизнь, в жизнь человека, как основание для него. Разрушить проклятие – это значит узнать основание, на котором я стою и которым я руководствуюсь в жизни. Для этого Галатам 3 глава 13 стих, где говорится, что Иисус сделался за нас клятвою закона, то есть клятва закона, которую сегодня мы
до сих пор, до Христа, эта клятва закона была на человеке. Чтобы было понятно, что имеет в виду Павел, когда говорит, Иисус сделался за нас клятвой закона. По-моему, в прошлый раз я как раз говорила, что грех берет повод от заповеди. То есть, когда нет заповеди, то нет повода к греху. Сначала объявляется заповедь. И Господь говорит, вот это опасная территория, сюда не ходи. И человек, который узнает, что есть опасная территория, а он переступает эту черту, то грех берет повод от заповеди, чтобы человека толкнуть за эту черту. То есть дьявол прекрасно знает Божьи законы. И когда человек их не знает, то он переступает легко черту за чертой, не понимая, что он сходит в проклятие. Христос взял на себя это проклятие, и всякий человек, который приходит ко Христу, он имеет право освободиться от проклятия. Обратите внимание на эту фразу. Имеет право. Автоматически это не происходит, а ему возможность дается. И вот тогда, когда эта возможность тебе дана, теперь ею воспользуйся. То есть Христос за тебя проклятием стал. Но как ты разрушаешь проклятие? Освобождаешься от оккультной практики, перестаешь этим заниматься, каешься в этих вещах, отрекаешься от последствий, а потом говоришь, Иисус, на основании того, что ты стал за меня проклятием, я от этого отрекаюсь. В мою жизнь это больше не войдет. Я вместо проклятия перехожу в благословение. Но молитву мы еще будем рассматривать подробно, поэтому сейчас можете фразы эти не особенно записывать. После этого уже изгнать демоническую зависимость. Нам в послании, вернее, в Евангелии от Луки дает Господь такой совет. Все даю вам власть наступать на змеев, скорпионов и на всякую силу вражью. На всякую силу вражью. И вам ничто не повредит. Тоже обратите внимание на постановку вопроса. Я даю вам власть наступать. А будешь ты наступать или нет, это уже твое дело. Я власть эту дал. И тебя предупреждаю, тебе не повредит. То есть не бойся никаких проявлений, они могут в твоей жизни подниматься, но это не повредит тебе. Я тебе эту власть дал. Теперь ее применяй. Но применять, как я еще раз повторяю, и пусть это у вас засядет глубоко в сердце, применять власть при правильных последовательных шагах. Сначала отказаться от оккультной практики, покаяться в ней и освободиться от атрибутов, которые являются источником питания демонического мира в вашей жизни. Когда вы эти колодцы закопали, когда вы отказались от питания для демонов в вашей жизни, вот после этого, призвав Иисуса, на основании Галатам 3:13, вы говорите, Иисус стал за меня проклятием, поэтому я принимаю сейчас эту власть наступать на змеев и скорпионов и изгоняю всякую нечисть из моей жизни. Вот такова последовательность. Сразу начиная с последнего пункта нельзя. Надо сначала сделать предыдущие шаги. Когда мы говорим о хронических заболеваниях, да, это мы сейчас рассматриваем эти 7 признаков более подробно, хронические заболевания, которые связаны с наследственностью, об этом мы уже говорили, это один из наиболее основных и наиболее типичных признаков проклятия в действии, наследственность негативная. И вот некоторые разновидности этих болезней, безусловно, не все, но книга Второзаконий, она очень подробно нам дает вот эти пояснения различных заболеваний. Поэтому можете просмотреть дома подробно 28 главу книги Второзакония. Там 14 стихов говорят о благословении, и вся остальная часть, достаточно много стихов, 60 с лишним, это о проклятии. Язвы или болезни, сопровождающиеся язвами. Чахлость и болезнь с потерей веса. Горячка и лихорадка. Неизлечимые раны и опухоли. Чесотка или зуд. Слепота. Вот это наиболее типичные. Вот что в скобочках вы видите, это стихи. Стихи 28 главы. То есть вот эти цифры. Поэтому ключевые слова, когда мы говорим о болезнях, это язва, неисцелимая, необычная, либо злые какие-то болезни, либо постоянные. Все это как предупреждающий сигнал. Подобные явления создают атмосферу проклятия, которая показывает, что злые вражеские силы в действии. То есть этим самым вы можете просто обнаружить, что да, враг действует на этой территории, и мне надо с ним разобраться. Мы достаточно сейчас не будем много останавливаться на характеристике бесплодия, потому что это тоже связано с некоторыми словами, и с
книге Второзакония же, проклятие плода, поражение органов или функций, участвующих в воспроизведении, нарушение циклов, рождение ребенка с пуповиной, обернутой вокруг шеи, и мертво рожденный ребенок. То есть смерть появляется там, где должно быть появление новой жизни. Что это значит? Если мы говорим сейчас, как много людей или как много детей рождается с вот обвитой пуповиной вокруг шеи. И мы можем говорить это как случайность, но это не случайность. Есть причины у этого. Например, незаконно рожденный ребенок. Это явный доступ проклятия. И, безусловно, никакая мать не хочет вреда своему ребенку, тем более, если она уже решила его оставить. Либо нежелание ребенка на каком-то этапе, а потом человек решает его сохранить. Вот эта отверженность, которая входит уже в ребенка с первых моментов формирования его личности или его физического тела, вот это производит уже открытую дверь для действия проклятия вокруг этого ребенка, и начинает он формироваться уже либо с какими-то отклонениями, с внутренним нарушением, потому что этот ребенок точно будет чувствовать отверженность, когда он пойдет по жизни, и это является своего рода проблемой потом для него. Но самые подчас вот эти важные вещи, которые происходят в жизни человека или в жизни этого ребенка, они формируются прежде всего в отношениях матери к этому ребенку. Поэтому это очень важно. Если человек хочет, чтобы ребенок унаследовал благословение, образ жизни родителей является фоном для благословения детей. Или проклятие, которое также начинает входить в жизнь детей. Поэтому это есть такие первые признаки. То есть мертворожденный ребенок рождается то, что должно было жить, оно умирает. И это часто бывает после абортов, когда мать сделала аборт, и это послужило своего рода гробницей для следующего ребенка. Потому что он формируется на месте, где была убита жизнь. И, как правило, ребенок, рожденный после аборта, у него эмоциональная сфера нарушена. Как правило. Потому что он находится в том месте, где есть беззвучный крик предыдущего ребенка. Он его слышит все время, пока формируется. Это все очень ответственно. И когда мать становится местом гибели предыдущих детей, то потом она носит в себе дух смерти. Более того, она носит на себе печать проклятия, как дух смерти, сопровождающий ее. И многие женщины приходят в депрессию, не понимая того, что это последствия абортов. Они могли легко, как-то некоторые легко с этим вопросом разобраться и забыть. Забыл факт, но печать, она осталась в тебе, печать смерти. От этого ты никуда не денешься. Сама по себе печать смерти не уходит. И она сопровождает человека потом многие-многие годы, практически до конца, если человек не знает, как с этим разобраться, если он не знает, как от этого себя отсоединить. Поэтому вот это очень серьезные вещи, которые связаны с проклятием с бесплодием, которые сопровождают не только мать, но потом и переходит на детей. Разрушение брака и семейное отчуждение. Это то, о чем мы уже сегодня говорили, как фраза. «Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен». То есть плен здесь имеется в виду не только связанный, например, сейчас мы говорим Чечня, Афганистан или немцы когда-то. То есть плен любого рода зависимости. Это наркотики, это наркомания, это алкоголь. И война, естественно, в том числе. И в прямом виде это тоже имеет значение. И наиболее точное состояние вот в браке – это отчуждение. Отчуждение детей и родителей, отчуждение родителей между собою. И надо сказать, что вот это отчуждение само по себе человек не может удалить. Потому что это, опять же, на уровне более глубокого, чем подвластно человеческой сути или человеческой природы. Поэтому здесь Господь говорит, я вмешаюсь сам. И поэтому Он дает нам одно место, которое сказано в последней книге Малахии, которое повторяется уже в книге Нового Завета, в Евангелии от Луки. Но Малахия нам говорит такие слова. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и обратит он сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришел и не поразил земли проклятием».
То есть в последнее время силы зла настолько направлены на семью, для того, чтобы разорить эти отношения, для того, чтобы внедрить туда всякого рода неверность, которая разрушает и потом доверие друг к другу, затем оскорбление в адрес друг друга, проклятие в адрес мужа и жены, а собственно и детей, которые являются плодом этого брака. И отсюда все идет под разорение. Общество, государство и так далее. То есть глобальные масштабы разорения через минимально семью и личность. Поэтому здесь для себя важно такую отметить деталь, что Господь имеет в виду в последнее время сам исцелять отношения в семьях, потому что это то, что приходит уже к колоссальному крушению, и человек там уже ничего не может изменить. Но как это делает Бог? Если мы говорим о пророке Илье, о котором Малахия сказал, что Господь пошлет его. И пророк Илья – это Иоанн, который явился во дни Христа. Готовил путь, и о нем сказано, что он возвратит сердца отцов к детям. Сейчас предтечей Христу на эту землю является церковь. Поэтому Господь определил исцелять семьи через правильное откровение Божьего Слова в церкви. И иначе семьи восстановлены не будут. Господь работает через свои законы, через свои принципы. И Он себя заключил в союз с человеком. И этот союз, общество, соединенное со Христом, называется церковью. Церковь – это место общения человека с Богом. Я сейчас не говорю о храмах, я не говорю о зданиях, я говорю о состоянии сердца, о состоянии отношений. И потому Господь определил через церковь эти отношения восстанавливать и исцелять. Сначала открыть глаза, что есть зло в очах Божьих и каким последствиям приходит жизнь человека. И поэтому, пока не начнет действовать Бог, то здесь, в общем-то, перспектива очень и очень плачевная. С чего начинается выход из проклятия? Во-первых, его обнаружить. Признать сам факт, что проклятие есть в моей жизни. И это не, пусть не пугает вас. Признать факт – это значит начать двигаться к исцелению. Потому что кто-то думает, да нет, это случайность. А кто-то наоборот, поверив в то, что это может иметь место, уже впадает в полнейшую депрессию, что же мне теперь делать? Открытие глаз, пролитие света – это, как правило, есть уже тенденция к выходу. Дьявол боится света. Поэтому не бойтесь его вы. Пусть он боится и он убегает, а вы останьтесь в этой позиции твердыми. Поэтому первое – это признать факт действия проклятия в вашей жизни. Второе – покаяться за обиды, за беспечие, невежество и за всякого рода обвинения. Если вы уже сейчас обнаружили какие-то причины, хотя мы еще причины не рассматривали подробно, мы их будем рассматривать, причины вхождения проклятия в жизнь человека, смотрели только фрагменты. Но если вы уже сейчас что-то обнаружили, то в этом необходимо покаяться. Ненависть, убийство, как я уже сказала, убийство младенцев – это обязательный приход проклятия. Без этого просто уже не может быть, потому что Господь младенцев защищает сам. И если говорить даже о легализации абортов, это был 14-й год, когда легализовали аборты в Германии. Это развязанная Первая мировая война. То есть тогда, когда люди объявили войну младенцам, Бог позволил быть Первой мировой войне на земле. Потому что это не случайное совпадение, а это те факты, которые показывают, что Бог реагирует на то, что делают люди здесь. Принять власть в имени Иисуса Христа – это то, что мы уже говорили, Лука 10:19 – это место, которое указывает на нашу возможность. Возможность быть в использовании власти Божьей. То есть, все даю вам власть, а наше право принять и применять. Если мы не приняли и не применяем, это уже наша вина. Разрушить проклятие и принять благословение. Надо сказать, что принять благословение, оказывается, тоже не так просто. Люди, которые разрушают проклятие, думают, что сделали все, что можно. Но очень важно знать, что святым место пустым не бывает. Если вы очистились от чего-то, вы опять открыты для наполнения –
И, соответственно, если это не наполнить правильным, то будет наполнено опять неправильно. Поэтому научиться принимать благословение – это очень-очень важный фактор. И все, что мы принимаем верой от Христа. Многие люди начинают думать, что можно принять что-то только уровнем чувств. Вот, допустим, мы сейчас здесь имеем зал, в котором нет окон. И поэтому, если мы здесь находились сегодня на ночной молитве, ночью, в какое время суток здесь очень трудно определить. Вот часы они нам помогают определить. Но часы – это своего рода инструмент, который нам позволяет не чувствами, а верой. Мы доверяем этим часам на сегодняшний день, видим, что они двигаются, и поэтому мы можем сказать, какова сейчас атмосфера там, то есть как минимум на уровне света. То есть сейчас еще светло, потому что полпятого в апреле месяце это светло. Зимой это был бы уже такой мрак. То поэтому, когда мы говорим о времени, когда мы говорим об обстоятельствах, то здесь нам на чувства опираться нельзя. Мы говорим, что мы не видим по окнам, но мы можем сегодня знать, что это так. Поэтому никогда не ориентируйтесь на чувства, как на истину. Чувства ваши могут быть на сегодняшний день обмануты. То есть обстановка говорит о том, что на улице темно. Мы сейчас выключим свет, и тут будет тотальная тьма. То есть мы ничего не увидим. Но это не значит, что темно на улице. Темно в помещении, где нет окон. Поэтому, если ты сейчас ощущаешь себя в темноте, это не значит, что солнце не светит на улице. Поэтому выйди на улицу и выйди к этому свету, и там ты увидишь его уже действие. Поэтому чувство не попутчик. Особенно это знают те, которые летали на самолетах и знают, что приборы, на них надо смотреть, а не на чувства. Свернул я туда немножко или туда. Если только пилот будет на уровне чувств двигаться, то обязательно крушение, оно его постигнет. Поэтому здесь очень важно доверять приборам. То, когда мы говорим о Божьем Слове, вот это индикатор, вот это приборы. Поэтому мы сейчас посмотрим некоторые места из благословения, которые нам надо принять, для того, чтобы в вашем сердце осталось определенного рода основание. Почему я имею право так мыслить? И хочу сказать, что Библия – это не книга, касательная только Ветхого Завета, но вот то, что мы сейчас говорим о детях, поэтому благословение, как принять благословение на детей, поэтому и места подобраны здесь, в частности, о семье. Не по всем вопросам, а только семьи. Исаия 54 глава. 13 стих. «Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих». Вы можете видеть сегодня какое-то разногласие, предположим, в ваших детях. И отталкиваясь от этого, вы можете говорить, но никогда они к согласию не придут. Это проклятие, которое вы произносите на своих детей. А можно сказать благословение. «Великий мир будет у сыновей моих. Они будут научены Господом». На основании чего? Бог мне так сказал. И поэтому я опираюсь на это благословение. От всякого проклятия я уже избавился. Опять, друзья, обратите внимание, это последний пункт принятия благословения. У нас до этого были перечислены 4. Если мы сразу приносим благословение, не разобравшись с предыдущими, то опять оно плохо работает. Надо сначала разобраться с этими шагами. Надо отказаться, покаявшись в этом оккультном мире и так далее. Я не буду повторять. Но последнее, когда вы уже приходите, отказавшись от проклятия, применив власть, войдя в благословение, теперь принесите доказательства конкретные. Какие благословения в свою жизнь вы хотите, чтобы пришли? Какие благословения вы зовете в свою жизнь? И для этого вы берете вот тогда уже места Писания и говорите, вот так написано, «Великий мир будет у моих сыновей». Я это призываю, как твое благословение. И это будет твоим предметом твоей работы. То есть мои дети будут научены Господом. Понятно, что идет речь не только о сыновьях, а о дочерях в том числе. И вы можете говорить здесь поименно, а можете говорить просто о дочерях. То есть говорить более конкретно по своей ситуации. 49 глава Исаии – это определенный тоже элемент борьбы. 16-17 стих. «Сыновья твои поспешат к тебе, и разорители, и опустошители твои уйдут от тебя». Когда мы говорим о разорителях и опустошителях, это как раз то, что связано с различными демонами. Имейте в виду, когда мы говорим о наркомании и алкоголе, когда мы говорим о страхе, когда идет речь о разврате, это все демонический мир. Проявляется он вот так, в физическом, видимом. А вообще это демонический мир, духовный. Поэтому здесь Господь говорит, разорители и опустошители уйдут от тебя.
Это вот как раз есть духовная проблема, которая твоими детьми руководила или тобой. «Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе». Еще 16 стих. «Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной». Мне вот это место, оно особенно нравится, когда мы благословляем свое жилище. То здесь идет речь как раз о стенах. Когда вы хотите, чтобы Царство Божье в вашем доме восторжествовало, то вы на основании вот этого места тоже можете говорить: «Господь, ты сказал, стены мои всегда перед тобой». То есть то, где я живу, это место ты всегда осматриваешь. И поэтому ты сказал, ты начертал меня на своих дланях. То есть что такое начертанный на Божьих руках? Это тогда, когда Он принимал раны за тебя и за меня, это были наши имена внесены в Его суть. И потому Он говорит, я слишком дорого тебя купил, я всегда помню, как ты мне достался, поэтому я наблюдаю за тобой. И стены, где ты живешь, это место, которое я осматриваю. Стены твои всегда предо мною. Если вы оказываетесь в проблеме с вашими детьми, особенно у кого уже дети в наркомании, либо в подобных проблемах, то в этой же главе, 24 стих и 25, может ли быть отнято у сильного добыча? Могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? То есть вы видите ваших детей уже в плену, либо мужа, либо жену. То есть это не имеет значения. Но то есть часть вашей семьи, те, кто вам дорог, они оказались в плену. И вы не знаете, как вырвать его из этой проблемы. И вот этот вопрос встает. Может ли быть отнято у сильного добыча? Многие люди этот вопрос и себе задают. Я не знаю, как побороться с этой проблемой. И вот что берите в основание своей борьбы. Да. То есть может. Так говорит Господь. «И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу». Опять же, когда Бог это делает? Когда мы двигаемся по Его принципам. Когда мы со своей стороны сделали то, что можно было и нужно, а теперь говорим: «Господи, Ты сказал, Ты с противниками будешь сражаться сам. Сразись, но сына моего вытащи из этого омута. Поставь его на твердом основании. Сделай это сам, потому что Ты сказал, я сражусь с противниками. Это выше моих сил. А что я могу в этой ситуации сделать? Применить власть. Лука 10:19. Ты мне дал власть, поэтому я говорю дьяволу, отдай назад моего сына». Я произношу, применяя власть, а Господь действует. То есть это в сочетании. Господь без человека не действует на этой земле. И из проклятия, без твоих шагов Бог тебя не выведет. Это твоя вера, это твое исповедание, это принятие благословения, которое нам уже принадлежит. Безусловно, если мы говорим о местах по семье, их очень много. Поэтому я привела тут несколько, с учетом того, что вас многих этот вопрос волнует. Поэтому я взяла несколько, чтобы вы могли уже опираться, но это не значит, что все. Поэтому места, которые вы еще будете находить лично, те, которые будет вам Бог давать, то вы делайте из этого основание вашей молитвы. Обязательно применяйте потом это слово. И не думайте, что у вас оно какое-то ущербное. Всякое Божье слово сильное. Если Бог вам его дал принять сейчас как откровение, то есть вы прочувствовали, что это дорого вам, это то, что сейчас коснулось вашего сердца, то значит Бог будет стоять на этой стороне и будет двигаться вместе с вами. Я уже приводила этот пример, по-моему, на ночной молитве, может быть, на библейской школе. Когда Лестер Самрал оказался в тюрьме в китайской, и находясь в этой тюрьме, он знал, что его убьют, как убили предыдущих миссионеров. И так как он знал эту нехорошую перспективу, будучи молодым человеком и вместе со вторым своим напарником, оказавшись в этой закрытой тюрьме, в очень маленькой камере, они ждали рассвета, а с рассветом ждали приговора в своей жизни. И он ходил по этой камере, естественно, не мог уснуть, потому что предстоящие сутки, они для него могли быть трагическими. Он ходил и говорил: «Господь, неужели такая бесславная кончина? Такому молодому человеку, я приехал в Китай, чтобы о Христе говорить, а попал тут вот в эту тюрьму, и теперь в этой советской тогда китайской тюрьме, то есть в коммунистическом смысле Китая, я теперь должен умереть». И вдруг он услышал, Господь ему говорит: «Нет, это не мой план о тебе». «Тогда сделай что-нибудь», он говорит Богу. Господь говорит: «Нет, ты сделай». «А что я могу сделать? Я же тут в тюрьме, ну что я могу сделать?»
Господь говорит, я дал тебе власть. Вот какую власть, Господь? Я все, что мог, применял уже. И тогда вдруг он услышал такой тихий голос, когда ему Господь говорит, я воцарился. И вот это слово он услышал. Есть несколько мест Писания, где Господь говорит, я воцарился. Воцарился Господь. Это 94-й, по-моему, псалом говорит об этом. Еще в других псалмах Господь воцарился, потому вселенная не подвигнется. И когда он это слово услышал, я воцарился, то он стал размышлять над ним, Господи, что это значит для меня? Что это значит? Ты воцарился, ты воцарился. И вдруг до него доходит, что если воцарился Господь, то не китайское правительство сейчас властвует над жизнью Саммерла. Господь же воцарился, у него-то свои законы, а теперь эти законы надо только применить. И тогда он говорит, меня такая радость наполнила, что я услышал это слово от Бога и сказал, Господь воцарился. Я, говорит, начал бегать по этой камере и кричать. Сначала этому своему напарнику объяснил, отчего он так кричит, а потом прибежал и этот надсмотрщик заглядывает и думал, что они тут сошли с ума, говорит, что происходит? А он говорит, Господь воцарился. Говорит, и что теперь? А вы уже не можете меня держать. Он говорит, да, ну тогда идите. И он в таком был недоумении, этот насмотрщик, и говорит, он поворачивается нам и говорит, ну, может быть, хоть что-нибудь дадите, что я вас отпустил. А у меня, говорит, в кармане был доллар, я, говорит, ему дал, и мы пошли. И он вслед смотрел на нас ошеломленными глазами, а мы уходили и понимали, что мы применили власть, данную нам Богом. И вы знаете, что Саммерл прожил 90 лет. Он недавно умер. И столько сделал для Бога. А можно было просто сказать, ну, наверное, Господь захотел смириться с этими обстоятельствами и оказаться заложниками обстоятельств. И многие люди умирают прежде времени, не потому что Бог это захотел, потому что не применили власть, данную Богом. Но власть без Слова Божьего не работает. Слово, данное от Бога, а потом ты применяешь эту власть в своей жизни как оружие. Когда Господь говорит, что ты у меня молот, Он имеет в виду, что у тебя такая мощь, что разбивать можно скалы, но не головой своей, а разбивать словом, в которое ты поверил, верой, которая у тебя есть. Вот это мощный молот, который прикасается сейчас к горе, имей в виду, что любая гора, которая встала перед тобой, проклятие в том числе, это гора, которая должна услышать твой голос, не чужой, а твой. Почему это важно? Мы знаем, как определяется личность здесь на земле. То есть индивидуальность личности по отпечаткам пальцев, как один из элементов. В духовном мире твой и мой голос является отпечатками пальцев индивидуальности. То есть нет одинаково двух голосов. И когда мы что-то произносим, духовный мир реально знает, какая личность сейчас ему противостоит. Если ты имеешь внутри себя вот этот стержень веры и власти, то не надо кричать на нечистый мир, не надо ногами топать, а достаточно спокойно сказать «Уйди с моей дороги». Я знаю, кто я знаю, кто во мне, я знаю, кто ты, поэтому ты мне на этом пути не сможешь поставить какую-либо преграду. Уйди с моей дороги. Но гора должна услышать твой голос, потому что Господь знает, если Он тебя поставил перед этой горой, у тебя достаточно силы, чтобы с ней справиться. Если еще недостаточно знания, почерпни его, но иди и наступай. Господь сверхсилы ничего не дает. Поэтому то, что Он поставил перед тобой, да, это выше наших сил, но не выше Бога, живущего в нас. И когда ты это начинаешь высвобождать на проблему, проблема вынуждена подвигаться. 29 глава Исаия, еще одно место касательно детей. «Ибо когда увидите у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое и свято чтить святого Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Мы сегодня имеем бич в современном обществе «непокорные дети». То есть непокорность как образ современной молодежи. Но посмотрите, Господь говорит, непокорные научатся послушанию. А еще в одном месте Он говорит, я исцелю вашу непокорность. Часто непокорные дети, почему? Потому что родители непокорны Богу. И в связи с этим это одно вытекает из него другое. И когда человек приходит под Божью власть и признает его могущество в своей жизни, и исцеляются эти отношения, то тогда ты приходишь и говоришь, Господь, ты сказал, что я увижу детей своих, дело твоих рук.
Поэтому поработай над ними. И то, что я упустил в воспитании, я за это каюсь. Но сейчас я прошу тебя, чтобы ты восполнил этот недостаток, чтобы непокорные научились послушанию. Но есть хорошее место еще и в Новом Завете, когда Господь говорит, и Господь готов наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. То есть тогда, когда ты со своей стороны сделаешь то, что ты должен сделать, тогда Он накажет всякое непослушание. То есть опять будет разбираться с природой, толкающей на непослушание. И вот тогда, когда эти вещи будут происходить в нашей жизни, тогда блуждающие духом познают мудрость. Кто такие блуждающие духом? Это люди, которые ищут пути там, где его нет. Сегодня люди ищут жизни там, где ее нет. И думает, что деньги принесут счастье, думает, что слава, она действительно удовлетворит запрос человеческого духа, но никогда это не будет, потому что дух человека, он не может быть удовлетворен вне Бога, не может быть. Сколько бы ты ни имел результатов в своей жизни, и кажется, что вся мечта за мечтой сбывается, но все равно удовлетворение — это больше, чем осуществление мечты. Это отношение с Богом, это есть действительно слияние. Слияние с тем, который дает полный внутренний покой, восстанавливая баланс. И вот тогда, когда это есть, все остальное прикладывается, и тогда ты можешь говорить о полноте счастья. То есть, когда есть только отношение с Богом, а всего остального нет, это тоже не есть хорошо. Господь хочет остальное тоже тебе приложить, и Он эти вещи обещает делать. Но начинает Он с правильного состояния. Поэтому, если в твоем сердце или в твоей жизни есть какие-то сегодня неправильные результаты, то то, чего когда-то дал мне Господь сделать, я очень Ему за это благодарна, потому что сам человек до этих вещей может не дойти. Но когда мне было 16 лет, я, читая Евангелие, наткнулась на это слово. 6 глава Матфея — это достаточно близко. 6 глава, 33 стих. Когда прочла я это слово, и оно зацепило мое сердце тогда, я еще не знала до конца, о чем там идет речь, но прочитав его, «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, остальное все вам приложится», я сказала: «Господь, я верю Твоему Слову. Я сейчас, находясь еще в начале жизненного пути, беру это слово как девиз моей жизни. Я буду со своей стороны искать Твоего Царства, а Ты все остальное прикладывай». И когда я этот завет заключила с Богом, вы знаете, я видела по жизни, вот и до сих пор вижу, как Бог верен своему слову. Но и мне надо было эту часть выполнять. Я сказала: «Господь, что я буду разуметь о Царстве Твоем, я буду это искать, я буду это делать». И Господь до сих пор открывает новые стороны своего Царства. Что значит искать? Уже прошло столько лет, а я все новые и новые вещи узнаю, что значит Царство Божие, которое надо искать. Но Он остается верный в том, что прикладывает. Поэтому если при начале пути сделать правильный выбор, то ты дойдешь до результата. Ты не будешь блуждающим духом. Ты не будешь искать мира там, где его нет. Ты не будешь искать жизни там, где ее нет. А пойдешь туда, где она есть. И не заблудишься. А научишься вот этой правде уже с юности. И тогда жизнь действительно пойдет по восходящей. И последнее место, которое мы сегодня еще с вами просмотрим. 21-й Псалом. 31-32 стих. Это своего рода посвящение своей семьи или своих детей Богу. Решение, которое принимает родитель, один или оба. Лучше, конечно, оба, когда идет речь в согласии, это всегда сила. «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». По сути дела, это посвящение детей на перспективу жизни. Они не только будут служить Богу, они будут возвещать Его дела. А как можно возвещать то, чего в своей жизни не видел? Значит, они будут видеть чудеса Божьи в своей жизни и будут об этом говорить дальше. То есть это очень хороший завет с Богом по отношению к своих детей. Заключайте его. Говорите об этом Богу: «Господь, потомство мое будет служить Тебе вовек. Я и дом мой будем служить Господу. Это мое решение. Я его сейчас Тебе говорю. Чем раньше вы это будете говорить, тем ярче это будет исполняться». Безусловно, когда уже много упущено, то сейчас надо еще все привести в соответствие, чтобы потом начать и эти вещи провозглашать с результатом. Но для того, чтобы нам уже сейчас идти и двигаться, для этого пусть эти ориентиры, которые мы уже сегодня назвали, они в вашей жизни начнут работать. Если кто-то из вас сейчас обнаружил какой-либо из пунктов проклятия или тех признаков, которые были, то мы сейчас с вами
совершим небольшую молитву. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я верю Тебе, что Ты есть единственный путь в лице Иисуса Христа, данный человечеству, чтобы быть спасенным навек от всякого разрушения, от всякого беззакония и от всякого проклятия. Я прямо сейчас принимаю Твое Слово для рождения моего Духа. Возроди меня к вечности. Я хочу иметь крепкий Дух. Я хочу иметь ясное ведение, куда мне двигаться и зачем. Я зову Твое руководство. Я призываю Твою власть. Я принимаю сейчас эту возможность покаяться во всех грехах моих, за моих детей, за моих родителей и прародителей. И я отрекаюсь от последствий всякого проклятия на мою жизнь. И Иисус Христос сделался за меня клятвою закона, чтобы я был свободен навек. И я принимаю это решение быть свободной от проклятия и войти в благословение. Я открываю сердце свое для освобождения от всякой обиды, от всякой ненависти, от всякого сомнения, от всякого неверия, от оккультного мира, от его последствий. Я отрекаюсь. Я свободна кровью Иисуса Христа. Я очищена. Я омыта. Я оправдана навек. Поэтому прямо сейчас сила крови омывает меня с темени головы до подошвы ног. И дьявол не имеет части во мне. Каждый раз, когда я прикасался к трапезе Господней и делал это недостойно, прости меня за это, Господь. И последствия, пришедшие как разрушение в мою жизнь, да будут прямо сейчас удалены. Я нуждаюсь в этом. И я принимаю силу Твоей свободы, силу Твоей любви. Благодарю Тебя за то, что Ты есть сильный Бог, чтобы освобождать, чтобы ставить на основание ноги. И я хочу видеть детей своих делом Твоих рук. Я хочу иметь целостность в семье. Поэтому дух отчуждения доставит наш дом навсегда. Я призываю дух согласия на своего мужа, на своих детей, на свою жену, на своих родителей. Я зову дух почтения, взаимопонимания и дух любви. Да будет природа Бога жить в моем сердце, жить в нашем доме. Стены наши всегда пред Тобою. Дом мой — это место обитания Твоей славы, где Ты воцарился. Я призываю Тебя как Царя царей. Господствуй в моей жизни, как Бог созидательный, как Бог устрояющий, как Господь ведущий к процветанию. И я отрекаюсь от всякого проклятия, от всякого разрушения, от всякого недовольства, от всякого крушения, от депрессии и от духа смерти. За всякий аборт я приношу покаяние. Я не хочу, чтобы дух смерти преследовал меня. Я осознаю эту вину против слабых и немощных и приношу покаяние, в котором милость Божья очищает меня. И последствия проклятия убегают, как тьма уничтожается светом. Благодарю Тебя за силу Твоего прощения. Я принимаю меру веры, которая приводит меня на высоту. Я принимаю Божью веру в свой дух. Я буду жить и возвещать дела Господне. Я и потомство мое
будем служить Господу вовек. И никто это решение не может отменить ни на небе, ни на земле, ни в преисподних местах. Потому что вместе с Тобой, Господь, я это решение сейчас принимаю и произношу его перед небом. Благодарю Тебя, что Ты ставишь печать на эти слова. Мне ничто не повредит в этой борьбе, потому что Ты мне дал власть наступать на змеев и на скорпионов, и на всякую силу вражью. Ты мой покров, Ты мое основание, броня праведности Иисуса Христа. Да будет одета прямо сейчас, и я принимаю Божье всеоружие, и буду сражаться и побеждать, потому что победа мне принадлежит.